На сцене Полина Бадеева, Министерство обороны Республики Беларусь. Встречайте, друзья. Земле много страдали белорусской, наш разведчик в руки ворогу попался. Был захвачен он когда тропинкой узкой в партизанские районы пробирался. Был он смуглый, черноглазый, чернобровый. Он из Грузии ушел в поход суровый. Ты, лазутчик, признавайся в час последний. Отвечал он из деревни я соседней. Ты, лазутчик, признавайся в час последний. Отвечал он из деревни я соседней. По деревне, по снегам осиротелым повели его голдящую гурьбою. Если врешь, не миновать тебе расстрела. Если правда, то отпустим шут с тобою. Иначе лейтенант был ты прежде, а теперь крестьянский прячешься одежде. Тяжела его прощальная дорога, конвоиры аж заходятся от злости. Смотрит женщина растерянно с порога, незнакомцев не ведут лихие гости. Узнаешь ли ты, кто этот черноглазый, что ответить, коль не видела ни разу? Если помнят люди этот случай, в лихолетии в 41-м это было. Ничего о них мне больше неизвестно, но братья и сестры сложили песню.